Пойду поищу супчик какой-нибудь, погреть горло. В целом не холодно, хорошая комфортная температура сейчас. Вот у меня были ощущения, я посмотрела погоду, 18 градусов сейчас. Но я на всякий случай утеплилась, потому что, ну вы же поняли, я мерзляк, и если вот что, привет. Я уже горло пополоскал, я еще перед сном пополощу. Сейчас я погреюсь. Хорошо, что нет головной боли, соплей, температуры и прочей вот этой лабуды. Хорошо, что это только горло. И тебя вылечим. И меня вылечим. Всех вылечим. Там видела справа какой-то, ну, типа... С мамушками какой-то там, типа забегаловки. Может, там что будет прикольненько. Видела сегодня еще хлопья такие, знаете. Быстрая варка. Но я не поняла, требуют они кипячения, ну, то есть именно варки, или их можно просто залить. Потому что в описании было сказано, что нужно варить. 3-5 минут. А варить в этой, в нашей приблуде не можем, потому что там пригорает. Это если только в ней варить, но это помешивать постоянно надо. Fried rice. А суп? Maggie Point. Вот такой Maggie Point я, ну, сама себе могу устроить. Я же сегодня тоже видела. И в таких, знаете, стаканчиках пластиковых. Ну, обычно. Просто и заваривать тоже пока не в чем. Нет ни кружки, ни мисочки. Я не брала с собой. Ну, потому что и так всего набрала. Намасте. Думала, тут куплю, но мы пока ничего такого не встретили. Ну, в этих магазинах почему-то нету. Гуа, так я, да, я там покупала, помню. Мисочку, там и тарелки, там все, что хочешь есть. Вот что это? Годж налая. Брекфаст, бранч. Ланч. Это типа кафе здешнее. Видик. Тхам. Заманивает своей красотой. Ну, похоже на отель, знаете, все-таки, наверное, это отель, не ашрам. Ашрамы, они какие-то, знаете, такие попроще. Смотрите, так, я вам тут не мешаю, я просто постою. Делать, наверное, подношение. Я, видимо, как-то смущаю. Так смотрит. Ладно, не будем смущать дяденьку. Я уже так привыкла, что везде можно снимать, что у меня просто уже это не появляется мысли, что нельзя. Это хорошо. Хотя я понимаю, что да, конкретно меня это отвлекает. Если я, допустим, в храме. Или там вот. О, еще какой-то интересный магазин. В общем, или при каком-то. В сакральном процессе. Я помню, Ирина в видео отвечала на вопрос, почему вы так там мало молитесь или что-то в этом роде. Но кому вообще в голову придет снимать, как он молится? Ну, я не знаю. Я снимала себя, как я медитирую. Ну и то там, знаете, как бы на ускоренном.
Можно медитировать, да, с кем-то онлайн, допустим, вместе, заниматься йогой вместе. Но вот все-таки, наверное, молитва – это очень личное. Хотя здесь вот, да, как если что-то вот публичное проводится, вот те же пуджи. Ой, какой же там Будда красивый. Боже ты мой, такой большой. Ой-ой-ой, это у меня такое восхищение. Вы не подумайте, что я бурчу. Хотя с таким горлом, конечно, не знаю. А, мне бурчать мне сложно. Вот, я думаю, все-таки, ну, и публичные проводятся молитвы тоже, когда каждый может приобщиться. Если не знаешь ты санскрита, не знаешь, допустим, хинди. Но все равно ты можешь стать частью этого всеобщего процесса. Я вижу, что у них есть мома, параты. 60-80 суп. Ага, вот что тут. Маги, нудл, бургеры. Похлебать бы чего-нибудь. Вечерняя удочка. Тут какой-то другой вайб. Thank you. Вот тут, я думаю, в этом тревелсе в Хималае можно будет спросить про билет на поезд. Скоро надо ехать в Потапарти. Очень дорого тут мне жить, очень дорого. Я сюда, ну, я планировала вообще на неделю, и она говорит, давай на две. Я сейчас понимаю, что это, ну, как бы бьет по карманам. Мы могли, я думаю, найти какое-то дешевое жилье, но... как получилось, короче, нам. И ходить сейчас тоже что-то вот отсюда, с этого шрама искать, не знаю. Мы же с этим хозяином договорились, что мы тут на 10 дней. Так, супа не видно. А это то же самое. Или есть? Нету. Где супы, ребята? Можно, конечно, пойти туда на набережную, в ту столовую, где мы кушали в прошлый раз. Далековато она, далековато. Тут как-то много людей. Давайте тут глянем еще. Our story. Ладно, тоже. Шейкс. Ну, внушает надежду это меню. Отлично. Супы. Ну, цены, конечно, цены, да. Веселенькие. Ашамасрами брокколи суп был по 100. В той столовке овощной супчик мы почем брали? 80 или 90? Ну, короче, чуток дороже тут. Надо подумать. Ладно, я еще посмотрю, если что, я вернусь сюда. Но так-то тут довольно мило. Ой, какой интересно, вот они Индию нарисовали. Всякими разными такими картинками. Тут у кого-то фантазия хорошая. Только что такое придумал. Смотрю, это так интересно. Вот есть йога-ретриты на 3, на 5, на 7 дней. Йога и медитация. Рейки. Все, что хочешь, тут есть. Интересно, сколько стоит это счастье. Ой, сори.
Ну, кафешек тут всяких много, я смотрю. На любой вкус. А бы были деньги. А кафе найдется. Хорошая улочка. Вексу. Томата 120. Угу. Популярная улочка. Ну, рассчитанная на европейцев, я так понимаю. Экзотик Вегас. Боже ты мой. Ладно, пройдемся еще немного. Спасибо. Ух ты, какие пироги тут, боже мой. Какой самый аппетитный? Мне кажется, вот это. Так бы и заживал кусок. Может быть, яблочный он какой-то интересный. Такой полный начинки. Ням-ням-ням. Ладно. Продолжим наше исследование местных кафешек. Кто там хотел, чтобы у меня был серьезный голос? Как вам такое? С таким серьезным лицом я хожу по Ришикешу в поисках супа. За 90 рупий. Я так не могу. Я все равно буду это ерничать. Я могу быть серьезной, но чтобы я была серьезной, должна происходить какая-то фигня. Ну, типа, которая напрягает. Злит там, например, или расстраивает. Тогда да, я буду серьезно. А так чего мне быть серьезным? Нету смысла в этом. Для меня, по крайней мере. Лухаса. Похоже, по крайней мере. Hello. А do you have soup or only momo? We have momo and noodles. Tukpa. Tukpa. Вещь тукпа. А how much вещь тукпа? 130. Прикольно, да. Тибетский супчик такой век. Тук-тукпа. 130. Ну ладно, но мне тут нравится по ощущениям именно энергетическим. Такие ребята хорошенькие. Ай-яй-яй. Хорошенькие. Ну, пройдусь еще немного. Если ничего не будет, тогда бог с ним. Сегодня будет так, значит. Ой, что это мы тут играем? Hello. Beautiful music. Ой, oh, не сейчас. Not now. Thank you. Нашла тут какой-то вагончик. Вот, с томато-супом. За 50 рупий. Мне кажется, он какой-то заварной. Типа такой рассыпной. Уже бог с ним. Темно. Ничего не видно. Но он такой густенький. Хороший. Попью, что есть сегодня. Такой вот. Сейчас попробую. Я еще не пробовала горячий. Дядя мне приготовил, все принес. Сижу в таком непонятном поле в каком-то. Сижу, и мне все равно, и хорошо на душе. Вот, нашла суп в два раза дешевле. Хорошо же, хорошо. Папа позвонил, поговорили, все хорошо, слаки, все хорошо. Че еще для жизни? Ой, ну и что, костер хочет развести?
Да, хвороста вот под это подложил. Там как будто что-то тлеет. Вот так кафе. Кафе с костром. Я тоже хочу, но я не пойду к ним. Это, кстати, вот здесь мы проходили с сыном, вот здесь горел костер. Где-то здесь. Пару дней назад было. Ну ладно. Хоть посмотрю издалека. Мне только интересно, я смотрю, у него там и камеры вот в этом его вагончике. Что-то он там смотрит по ним. Интересно, интересно это все, конечно. Да. Ну вот, разгорается потихонечку. А вон тут куча целая лежит, но... То тебя не замерзли, то тебе что? Понятно. Ой, да. Ну ладно. 18 градусов, говорите. Не, ну если долго на улице, то можно, в принципе, и замерзнуть, наверное. И это я, которая думала, что я вообще не буду снимать с больным горлом. Все равно. Все равно меня несет. Мне есть что сказать. Не могу молчать. Hello. Все такие вежливые, я не могу. Класс. Вот у нас в Минске такую, ну, редко встретишь, чтобы как бы ты просто проходящий мимо человек. Hello, hello. Прикольно. Супчик очень горячий, пока жду, что остынет. Ой, горит, у них горит костерочек. Ах ты, боже мой, хорошенький. Так он сейчас только вот так разгорелся, такой высокий был. Ну, вы знаете, я вот посидела, ну, может, минут 10, да. В коленях так, ну, прохладненько. Но у меня есть моя чудесная шерстяная шаль, и мне прям хорошо. Носочки вот Инины. Тоже шерстяные, боже мой. Amazing. Я уже почти допила этот свой. Доела. Томатный супчик. Нормально. Такой, знаете, текстура у него приятная. Ну ничего, что химический. Ну какой есть на сегодня. На то и спасибо. Дома у меня есть печенье, и у меня еще чак-чак есть, прикиньте. Я еще до сих пор не доела, я с собой брала. Вот я им как раз и займусь. Я все-таки решила посидеть. Замерзли ножки. Ой, ну куда дым? Куда фига туда дым? Уходи. Ладно, ладно, окей. Ой, ой, хорошо-то как. Тепленько. Мне нравится этот пикник. Намного лучше, чем в кафе. Кафе под открытым небом. Как прекрасно. Ну, вон ребятки тоже что-то едят. Молодцы. Хорошо сидим. Вообще просто огонь. В прямом смысле снова. Ой, ёшки. Да. Вход, а чё? Хай. А? Систер? Ху. А, да. Можно и так сказать, да. All friend. Yes, all friend, конечно. Sure. Дорвалась до костра. Что-то у нас тут все потухло, ребята. Надо подкинуть. Все сидим. Уже опять похолодало. Какая-то длинная ветка. Ой. Надеюсь, хозяин ловчонки не будет против, что я тут это
добавлю. И понятно, какие-то ветки. Ну, ждем. Ребята хорошие. Вот этот вот пытался познакомиться. Ну, какой-то он мутный. Странные знакомства на дороге. Ну да ладно. Надо индийцев эти переводить в подписчиков. Да. Камарена. Учим индийский вместе. Yes. Видео. YouTube канал. YouTube channel. You can follow me. Я себе еще чаю заказала. Вот. Ну, что-то вот, видите, совсем потух. Поздно я подкинула. Поздно спохватилась. Но... No. Может, салфеточки туда какую подложить? Да вот так. Салфеточка. Но сейчас она разгорится. Вот, надо... О. Отлично. Все, греемся дальше. Попью чаек сейчас и потопаю домой. Ой, хорошо-то как. Видео. О, корова еще пришла. Китна? Не знаю. Вот какой-то вот такой суп там был. Well, I don't know. She's not coming before. Все, пока-пока. Bye-bye. Короче, за суп 50, за чай 40. Странно, я думала, может, рупий тоже, рупий 20 будет. Прикольно так светятся огонечки, вот там вот горы. Как будто в воздухе зависли. Ну, пойдем до дома, до хаты отдыхать. Еще, может, дома чай сделаю, попью. Я уже предчувствую вопрос, не боюсь ли я здесь ходить одна. Ну, в принципе, нет, тут ходит очень много людей по этой дороге, она хорошо освещена. Ну, то есть местами тут как бы темно, но в целом фонари есть. Да и как-то, не знаю, место такое не располагающее к насилию, что ли. И ко всякому такому. Может, конечно, случиться всякое везде и всегда, но я настроена... На все самое хорошее. С палками какие-то летит. Ладно, все, темно. Так, ну что, я дома. Инна отдыхает, занимается своими делами, английским или чем. Я сейчас буду монтировать и будем отдыхать. Вот и завершился еще один день в Ришикеше. Он был по-своему прекрасен, интересен. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу и вообще. Буду рада всегда прочитать ваше мнение. Я читаю все комментарии, стараюсь отвечать. Даже если мне что-то не нравится, я понимаю, что все мы имеем право на свое мнение, каждый. И я, и вы, и мы вот движемся в таком с вами потоке. Это прекрасно. Я люблю, целую, обнимаю. До новых встреч.